Итак, привет всем. И вы, наверное, удивляетесь, что же я сейчас пишу. Я пишу расписание. Ведь я была в России, мне не было так долго. И мне нужно написать расписание на 2 недели. И расписание то, которое я смотрю на прошлую неделю, его я уже написала сегодня. И сейчас пишу второе. И подумала, почему бы не снять видео, как я его пишу. Это было сложно, снимать и писать одновременно. Так что наслаждайтесь моим трудом. Было серьезно сложно. Кому интересно, как я буду дальше снимать такие жизненные видео, а не из кукол стоп-моушен, а вот так буду снимать, то пишите в комментариях, буду снимать. В общем, вот такое у меня расписание. Кому интересно, смотрите, если вы что-то там разглядите. Так что, да, пока. Всем пока.